За наружной рекламой будущее, считают в регионе. Однако в текущей экономической ситуации потребуется новый импульс рекламных кампаний. Для этого в областном правительстве прорабатывается ряд мер поддержки для эксплуатирующих уличные сетиборды и экраны компаний. О них рассказали на совещании в окружной администрации. Наши требования – это сохранение рабочих мест, раз. Это сохранение зарплаты, это поддержание конструкций в надлежащем внешнем виде. Вот это то, что мы от вас хотим. Без этого обсуждать меры поддержки просто в принципе мы не готовы. Среди прорабатываемых мер поддержки – пролонгация на год тех разрешений, срок эксплуатации которых заканчивается в конце апреля. Привлечение новых рекламодателей, снижение пошлин. Главное условие – у компании не должно быть задолженности, а она есть у многих. Общая сумма превышает 250 миллионов рублей. Чиновники, должностные лица тоже должны какие-то действия, так сказать, в отношении задолженности применять. Поэтому, если мы хотим строить дальнейшие какие-то конструктивные отношения, хотим, чтобы основной критерий заключался в добросовестности, в том числе, так сказать, и вашей. Кроме того, все конструкции наружной рекламы на территории Одинцовского округа должны быть приведены в порядок до 1 мая. Рваных плакатов и грязных билбордов быть не должно. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».